В этом видео мы с вами поразгадываем загадки и ребусы. Вначале мы прочитаем и переведем загадку, после чего вам будет предоставлено около 5 секунд, чтобы подумать и ответить. Кому нужно больше времени, останавливайте видео. По истечению этих 4-5 секунд будет предоставлен ответ. Первая загадка. I'm tall when I'm young. Я высока, когда я молода. And I'm short when I'm old. И я низкая, невысокая, когда я старая. What am I? Кто я? Правильный ответ. A candle. Свеча. Следующая загадка. What has a head and a tail, but no body? У кого есть a head, голова, и a tail, хвост, но на убави нету тела. Правильный ответ – a coin, монета. И сейчас мы рассмотрим, почему именно так. В английском языке орел или решка переводится heads or tails. What can you catch, but not throw? Что ты можешь поймать, но не бросить? Правильный ответ – a cold – простуда, потому что в английском языке «простудиться» переводится как to catch a cold. What invention lets you look right through a wall? Какое изобретение lets you look – позволяет тебе смотреть right through a wall – прямо сквозь стену? Дальше мы поразгадываем с вами своеобразные пазлы. Это пазлы, которые состоят из слов, в зависимости от положения слов или дополнительных цифр, количества слов. Вам нужно разгадать слово, которое за ними зашифровано. В данном примере у нас было слово ice и цифра 3, то есть лед в кубе, другими словами ice cube. В следующем примере у вас есть два слова man и board. Маленькая подсказка, чтобы получить ответ, нужно обратить внимание на расположение этих двух слов. Правильный ответ – man overboard – человек за бортом. Почему так? Потому что слово man находится over над словом board, и получилось man overboard. Попробуйте расшифровать еще такой пазл. Ответ – no one to blame. Некого обвинить, виновного нет. Почему так? Потому что один у нас нету ничего, то есть цифра один – no one, нету единицы. Но to blame, то есть два слова blame, за счет того, что to, числительное два, произносится так же самое, как частица to, у нас получилось no one to blame. И еще один пазл. Также обращайте внимание на расположение слов. Ответ I understand, потому что I находится под словом stand, а под будет under. I understand. И напоследок небольшой ребус.